Кататься на лыжах или даже на снегоходе невозможно без снега. Но что делать, если его слишком много и деревню вот-вот совсем заметет? Я еще им всем покажу. Покажу, на что я способен. Старые друзья из деревни Флоклипа знают, как помочь. Теперь и отдохнем, ведь Рождество. Ну, остается только испечь пирог, украсить дом и закупить подарки. Снежные приключения Солана и Людвига. 31 декабря, 18:30. Премьера на Одесском.